техников электроников, техников по организации и управлению движением на транспорте, менеджмент на автотранспорте. На базе колледжа открыты три отраслевых центра, один из которых идет по швейному направлению и два других – транспортная отрасль. На базе этих центров работает новый проект по дуальному обучению. Учащиеся, начиная с первого курса, проходят производственную практику на предприятии, но первоначальные практические навыки они получают в лабораториях и мастерских этого центра. Это расширило наши возможности по подготовке молодого специалиста. Когда они еще обучаются на начальных этапах колледжа, уже могут свободно адаптироваться на рынке труда. Помимо всего прочего, в отраслевом центре швейного производства ребята получают дополнительное образование по новейшим технологиям, являющимся на сегодняшний день современными на рынке не только Казахстана, но и стран СНГ и ближнего зарубежья. Мы готовим для моделлеров-конструкторов новое направление по системе автоматизированного проектирования одежды. Даем курс компьютерной графики, что позволяет им расширять свой спектр в дальнейшем трудоустройства. Проходя практику на базе колледжа, ребята могут получить не только квалификацию техника, но и любую рабочую профессию. У автомобилистов это от слесаря по ремонту автомобилей до техника-механика. У электроников от радиомонтажника до техника электроника и у девушек от швей до модельеров конструкторов. Направление, которое мы можем оказывать и работать в отраслевом центре, это подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка кадров. Повышение квалификации преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения.